добро пожаловать на информационный портал «Наша Якутия». Виртуальная жалоба решит реальную проблему. Заявите на электронном портале, приложите фото или видеофайл, проследите за решением, контролируйте качество исполнения. Ваша заявка будет рассмотрена в государственных или муниципальных органах власти в течение 10 рабочих дней. Какие проблемы можно заявлять на портале «Наша Якутия»? Проблемы, связанные с ЖКХ, перебоями связи, получением электронных услуг. Также можно сообщать о нарушениях в сфере экологии, нарушениях правил торговли и предоставления услуг питания. Информационный портал «Наша Якутия» — это скорость. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Прозрачность. Отслеживайте весь процесс по интернету. Контроль. Контролируйте качество исполнения и прикрепляйте фото-видеодоказательства. Голосование. Поддержите заявки для обозначения важности той или иной проблемы. Оценка. Ставьте оценки решения проблем. Наша Якутия. Сделаем родную республику лучше.